Аля, объясни нам задачу. Ладно. Прочитай сначала ее. Для ремонта школы привези 25 зеленых краски, 14 кило синей краски, а белые краски привезли на 26 кило больше, чем зеленые и синие вместе. Сколько и килограмм белой краски привезли в школу? Давай, составь план. Привезли. Не крупно пишешь, что поместилось. Что мы напишем? Что привезли? Привези краски. Ну, какие? Сколько? Напиши, да. 14 кило синий. 14. И килограмм напиши. И сколько? КГ помести там. Я сказала, мелко пиши. Дальше. Дальше что нам... Что нам известно? Белые краски. Не знаем мы, сколько. Напиши белые краски. Слушай, Яси. Белые краски неизвестно сколько. Мелко пиши. А что нам известно? Нам известно 14 кило... Нет, дальше читай, белую краску читай. А что известно, 26 кило больше, чем 14 кило и 25 кило. Ну, давай, 26 килограмм больше пиши. 26 килограмма больше, чем... Угу, ничего, дальше. Сейчас что мы должны... Что мы ищем? Мы ищем, сколько белых краски. Ну, все, давай. Значит, что-то нужно еще в плане писать? Нет. Что мы будем делать? Синий. Давай, решай. Только по-быстрому делай все это. Ой, не так крупно. Давай, решай. Синий. 14 плюс 25. 14 плюс 25, что мы нашли? Известные краски. Сколько синий и зеленый. Вместе. Сколько синий и зеленый краски. Да. Дальше. Дальше. Что мы должны найти? Белые краски. Выражением, да, ты написал? Ладно, ничего, пиши выражением. Дальше что? Посчитай сейчас. 4 плюс 5 будет 9. Напиши. Наверх. На скобку напиши 9. 1 плюс 2 будет 3. 39. 39, значит сейчас. 39 плюс 26 сколько будет? 3 плюс 9 плюс 6 будет 15. 5 пишем, 1 в уме. 1 в уме. 1 в уме. Дальше. 3 плюс 2 будет 5. 5 плюс 6, 1 будет 6. Угу. 65 что? 65 белый. Нет, 65 граммов, килограммов. Что это? Килограммов. Давай. Килограммов краски. Килограммов просто напиши там, краски не надо. Дай книгу мне. Книгу дай, окончил ты. Дальше пиши ответ. Угу. По-быстрому пиши. Ответ, как напишешь ответ? Ответ. Нам надо было найти белые краски. 65 белые краски. 65 килограммов. Не забывай слово килограммов говорить и писать. 65 килограммов белой краски. Понятно? Понятно вам? Белой краски.
Поняли задачу? Да. Спасибо, Аля.